Вы, как член общества, увидите в прессе все, что было сказано на этой пресс-конференции. Не надо мне в прессе, я хочу слышать, что ты будешь говорить. Я вас сюда не приглашал. Одну секундочку, вы кто? Я организатор пресс-конференции. Хорошо, я директор этого информационного пресс-центра. Да. Будьте любезны, зайдите в зал. Мы заходим в зал. Прекратите этот скандал. У нас такого не было и никогда не будет. Этот зал абсолютно свободен для всех, кто желает принять участие и быть присутствующим на пресс-конференции, в том числе и представители общественных организаций, которые, равно как и все граждане Украины, имеют право на получение информации, открытой и публичной. Это самое публичное, самое открытое, самое свободное место в Крыму, поэтому здесь никто никого никуда не будет пускать. И я вас как директор как председатель правления этой общественной организации прошу пройти в зал, проводить вашу пресс-конференцию, а не заниматься здесь функциями, которые не свойственны никому, которые мы никому не позволяем. Будьте любезны. Хорошо, мы выполним вашу просьбу, но проходил митинг возле Крымско-Татарского театра. Это не имеет отношения к этому мероприятию. Где эта женщина и ее соратники не давали проводить мероприятие. Это ваши взаимоотношения. Выясняйте их, пожалуйста, за пределами нашего информационного пресс-центра.